Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание в мире. Ежегодно в Казахстане этот диагноз ставят 5000 женщин. Смертность в нашей стране составляет 1200 случаев. Победить коварный недуг можно при условии своевременной диагностики. Поэтому каждая жительница должна уделять пристальное внимание своему здоровью. С 2008 года в Казахстане действует программа скрининга рака молочной железы. Женщины в возрасте от 40 до 70 лет могут пройти обследование в поликлиниках и онкодиспансерах страны. Золотым стандартом диагностики является маммография. При необходимости проводят и другие процедуры. Отметим, октябрь – всемирный месяц, направленный на повышение осведомленности о раке молочной железы. Дни открытых дверей в медицинских учреждениях Петропавловска состоятся 15 октября. Статистика по СКО – это порядка 200-210 женщин в год. Женщин призываю проходить комплексное обследование, проходить скрининги. И самый простой метод – это самообследование. Каждая женщина имеет возможность утром, перед тем, как одеться, перед тем, как сходить в душ, пропальпировать, самообследовать свою грудь. Если выявит какое-то патологическое образование или что-то не понравится в груди, в этом случае обратиться к маммологу для дальнейшей диагностики и выявления причин данной патологии.